Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Вот эти кадры золотой осени мы начали снимать еще неделю назад. Ну а сегодня погода уже, как говорится, шепчет. И хочется быстрее переехать в студию. Но пока своей студии у нас нет, мы, как выход, просто теплее одеваемся. Ведь в любом случае и в холод, и в дождь, и в жару, и в снег наша программа должна выходить. Собственно, она уже и в эфире. С 8 по 12 октября в Туапсинском районе проходил семинар руководителей органов культуры и искусства Краснодарского края. Его цель – знакомство с системой работы учреждений культуры города Туапсе и района. График занятий был довольно насыщен. 10 октября семинаристы побывали в поселке Новомихайловский и познакомились с формами работы Центра культуры и досуга «Юность». В обновленном здании центра гостей встречали жители округа, работники учреждений культуры и творческие коллективы. Особый интерес гостей вызвала выставка работ взрослых и детей округа. Здесь были представлены рисунки, аппликация, вышивка и работы по дереву. В приветственной речи директора городского дома культуры поселка Новомихайловский Кузнецовой Ольги Алексеевны были намечены перспективы дальнейшего развития центра досуга «Юность», в проекте которого строительство двухэтажной пристройки, где в будущем должны разместиться районная и детская библиотеки, танцевальные классы, кружковые комнаты и реконструкция летней площадки в большой концертный зал. На вопросы привлечения средств для реализации этого проекта было акцентировано внимание работников Департамента культуры края. Затем в концертном зале центра прошел концерт лучших коллективов района «Живи, родник». Исполнение оркестра народных инструментов, казачьи песни, армянские и адыгейские танцы представили многонациональную культуру нашего района. По окончании концерта представители сферы культуры края побывали во Всероссийском детском центре «Орленок», где познакомились с новыми формами работы с детьми и подростками, в системе образовательных учреждений Российской Федерации и Кубани. Помните известное выражение Остапа Бендера? Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. С тех пор прошло уже более 70 лет, а бездорожье до сих пор остается символом России. За исключением, может быть, столицы, ну и нашей федеральной трассы. Дороги, тропинки, как облегчают они нашу жизнь. Но когда их нет, возникает множество проблем. Жители улицы Мира и переулка Первомайский оказались отрезанными от поселка. В администрацию они обращались и получили неожиданный ответ. Нам предлагают, ходите вот по той тропинке. Вот вы сейчас, если сможете, пройдете по этой тропинке и посмотрите, какая-то там тропинка, как можно ребенка пустить в ночную тьму и даже днем по той тропинке. Пустить ребенка по такой тропинке не решится ни один родитель. Здесь можно в прямом смысле голову свернуть. А каково пожилым людям? На острове вроде. А у нас дети. Вот у меня 4 внуков, дед-инвалид. Мы очень просим, помогите. За разъяснением ситуации мы обратились в администрацию поселка Новомихайловский, где нам ответили, что дорога будет готова к концу октября. О ходе строительных работ мы будем вас периодически информировать. А пока жители, рискуя своей жизнью, вынуждены ходить через трассу. Можно себе представить, что станет с этими дорожками, когда начнутся проливные дожди. И тем не менее, осень – это не только пора слякоти и грязи. Это пора еще и очей очарования. И еще, ну, об этом следующий сюжет. Осень – пора свадеб. И если ваш любовный роман находится в тупиковом положении, у вас есть прекрасная возможность исправить ситуацию. Подумайте о свадьбе. Ведь подготовка к свадьбе требует много времени, и у вас есть шанс провести его вместе в выборе открыток, меню, нарядов и гостей. И когда уже все будет позади, вам останется лишь сосредоточиться на своих чувствах. Счастье. Волнение, счастье, да. Что такое новое, необычное? Волнуюсь очень, переживаю. Я самая счастливая женщина на свете. Чувства чувствами, а секреты семейного счастья своих мам, пап и бабушек стоит запомнить. Они вам еще пригодятся, ведь жизнь длинна и непредсказуема. Взаимопонимание, беречь друг друга. Хранить семейные тайны, не разглашать никому и уметь прощать. Здоровая семья
и дети. Друг другу уступать, самое главное, понимание друг друга. Вот это самое главное в семье. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Но попробовать все же стоит. Ну, насчет попробовать можно, конечно, поспорить. Ведь сколько же это можно пробовать? Я, например, считаю, что свадьба должна быть только один раз. Ну, максимум два. А если уж три, так это совсем максимум. Кстати, где-то слышал, что жениться теперь можно и по интернету. И вот совсем недавно отмечался День интернета. Оказывается, есть такой праздник в календаре. Знаете ли вы, что косвенным толчком создания интернет явился запуск Советским Союзом в 1957 году первого искусственного спутника? Уже началась холодная война, и Соединенные Штаты увидели для себя угрозу. Перед учеными была поставлена задача создать неуязвимую компьютерную сеть, даже при повреждении ее во время ядерной атаки. И такая сеть была создана. Долгое время интернет оставался уделом специалистов. Революционное развитие началось только после 1993 года с увеличением числа узлов и пользователей. Интернет-аудитория уже составляет 600 миллионов человек. Им пользуются как взрослые, так и дети. На вопрос «плюсы и минусы интернета» ребята отвечают так. Интернет, в общем, дает возможность связи с общественностью. Ну, вообще, человек может найти друга по интернету, может связаться со своими знакомыми, отправить письма. Например, в Михайловке в той же интернет дает большую возможность вообще связи с внешним миром. Интернет – это очень удобная вещь, так как в ней можно узнать много чего, то, что тебе нужно. Если в него залезешь, то это надолго. Можно много достать всяких там пересказов по русскому языку. Это, кстати, очень удобно. В интернете много можно найти полезной информации. Это как бы основной плюс интернета. А минус – то, что много рекламы в интернете и… Наверное, порносайты. Если вы мечтаете больше общаться с разными людьми, заведите свою страничку в интернете. Это совсем не сложно. Главное в этом деле – творчество и немного знаний. Для того, чтобы создать свою страничку в интернете, нужно знать, совсем немного. Буквально самые первые навыки работы в интернете – вы берете программку, которая очень популярна сейчас, Microsoft Word, создаете свою страничку, то есть вы набираете текст, который вы хотите, вы помещаете туда фотографии, которые вам нравятся, говорите, что сохраните эту страничку для публикации в интернете, и потом вы можете разместить ее на многих бесплатных серверах в глобальной сети интернет. Но все же не увлекайтесь чрезмерно виртуальным миром, иначе реальная жизнь может пройти мимо вас. Да, виртуальная реальность все больше входит в нашу жизнь. Хорошо это или плохо? Я считаю, что плохо. Многие со мной поспорят, кто-то согласится. Но это не важно. Гораздо важнее духовные ценности. Об этом мы сейчас и поговорим. Хор народной песни «Россияне» появился на свет ровно 26 лет назад. Из маленького вокального ансамбля он вырос в профессиональный коллектив, который является участником районных мероприятий, фестивалей, конкурсов. Коллектив был в творческих поездках в Нижневартовске, Ленинграде, Реутове, Минске, в польском городе Бжеску. О концерте в госпитале города Краснодара для ветеранов Великой Отечественной войны и воинов, раненых в Чечне, стали традицией. Во всех городах и селах россиян встречают тепло и радушно. А поют в хоре очень разные люди, разные по возрасту, национальности, профессии и музыкальному опыту. Всех их объединяет любовь к песне и бессменный руководитель хора Султанова Тамара Петровна. Тамара Петровна – это бессеребренник, человек, который полностью отдается работе. То есть она фанатка, она влюблена в свою работу, и этим она просто заражает. То есть это нельзя ни отнять, ни прибавить, это нельзя сделать и подделать. Репертуар хора разнообразен. В нем заводные, веселые и распевные лирические песни. Для всех участников коллектива хор стал не просто любимым делом, это их жизнь.
Для меня хор очень много значит в жизни. Потому что, когда приходишь, поешь, вот, на концерте, на репетициях, проблемы все житейские уходят на задний план. То есть забываешь все свои невзгоды, житие, там, домашние дела, бросаешься дома, бежишь сюда. Ну и потом коллектив, это вторая семья. В трудную минуту всегда помогут, всегда вместе весело нам, разучиваем все, делимся и горе, и радостью вместе. Мы знаем друг о друге все, и со всеми своими невзгодами, со всеми своими радостями, то ли у нас проводили сына в армию, у кого-то сын пришел из армии, у кого-то внучка родилась, у кого-то ребенок родился. И вот это все первое у нас всегда бывает, конечно же, в хоре. Перед каждым концертом костюмерная хора превращается в настоящий пчелиный улей. Все снуют, готовят костюмы, прихорашиваются и всегда подшучивают друг над другом. А на концерте моментально преображаются. Мужчины становятся лихими казаками, женщины – настоящими красавицами. На сцене они живут только песней, а в ответ слышат слова признания, почитания и любви от благодарных зрителей. Сейчас в детском лагере «Звездный» проходит журналистская смена. И следующие три сюжета для программы «Всем» сделали наши коллеги из Юнпресс. Их мы и представляем вашему вниманию. Всероссийский детский центр «Орленок» вновь принял своих маленьких гостей. На этот раз – журналистов. Всего их 520 человек. И работают они по разным направлениям. Самые трудолюбивые орлята. Их задача – следить за общественным мнением, собирать и анализировать информацию. Им знаком каждый уголок «Орленка». Громкие звонкие голоса. Вот главный признак радиодиджеев. Каждое утро они будят заспанный «Орленок», задают настроение дня. Также ребята делают свои программы, передают приветы и поздравления по радио. А вот передавать на бумаге орлятские будни и праздники, освещать молодежную жизнь регионов – это задача юных акул-пера. От их журналистского внимания ничто не ускользнет. Именно газетное направление самое многочисленное. Уже успел выйти в свет первый номер газеты «Салют, Орленок». Это особенные человечки. Как паучки, они ползают по всемирной сети интернет и добывают информацию для своей дружины. Еще они посылают свеженькие материалы на новостные сайты. Но новости нужно не только добывать, но и показывать. Этим и занимаются телевизионщики. Они берут интервью, снимают интересные сюжеты и представляют Орленку в выпуске новостей. Но не все такие профессионалы, какими могут показаться. Многие из ребят познакомились с журналистикой только здесь. А особо одаренным «Орленок» предоставляет уникальный шанс разместить свои материалы на сайтах Юнпресс, сотрудничать с российским информационным агентством «Новости» и получить сладкие призы от компании «Чупа-Чупс». Парадокс. На смену журналистов в «Орленок» приехали хоккеисты. Ребята из пензенской команды «Дизелист» стали бронзовыми призерами всероссийского хоккейного турнира «Золотая шайба», за что и были награждены путевками во Всероссийский детский центр. Как вы думаете, каким образом в «Орленке» они готовятся к чемпионату России по хоккею среди юношей 89-го года? В лагере нет искусственного льда, но нагрузка на спортсменов не уменьшилась. Ребята выполняют сложные упражнения, бегают, играют в футбол. Ваня Трегуб получил травму при столкновении с игроком из другой команды. Но от тренировок он не отлынивает, выполняет упражнения наравне со всеми. Нагрузка снизилась лишь на левую руку. Надо отдать должное его стойкости. В такой ситуации не каждый профессионал будет продолжать тренировки. Мечта ребят – попасть в хоккейную суперлигу. И они упорно идут к своей цели. Например, Сережа Бочкарев признан лучшим нападающим всероссийского турнира «Золотая шайба». Хоккей для него – это наверное, смысл жизни. Только такие мужественные, сильные, смелые спортсмены становятся олимпийскими чемпионами. Русский играет хоккей. Русский играет хоккей.
Человеком-легендой называют немногих, лишь тех, чей вклад в развитие культуры очевиден. С именем Владимира Шаинского связано много мифов. Он тот, кто стал историей еще при жизни. Его песни классика, они отражение нескольких эпох. Их знают и поют все. Последний раз в Орленке Шаинский был в 1984 году. На сей раз цель приезда – общение с начинающими журналистами. В процессе пресс-конференции Шаинский и зрители открывают друг друга. Представители молодого поколения не подозревают, сколько песен в музыкальной копилке маэстро, а тот, в свою очередь, удивлен, что современные дети узнают его произведения с первых нот. Контакт установлен. Композитор с радостью отвечает на вопросы. А каким образом вам удается поддерживать состояние, помимо спорта? Вот когда доживете до моих лет, вы поймете, что это не так сложно. Надо оставаться самим собой. Сейчас Владимиру Яковлевичу 76. Главное по-шаински – весело жить. Его оптимизм заражает, заставляет верить в лучшее. Он полон сил и энергии. Независимо от погоды, его утро начинается с пробежки, обязательная зарядка и водные процедуры. Здоровый образ жизни – одна из составляющих долголетия. Наша передача практически завершена. И очень хотелось бы закончить ее вот на такой оптимистической ноте. Но она была бы неполной, если бы не рассказали еще об одном событии, которое произошло в минувшую субботу. В октябре в поселке Горный состоялся траурный митинг, посвященный перезахоронению останков 177 воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Благодаря тщательной работе поисковых отрядов Туапсинского района были найдены погибшие солдаты. Со всеми должными почестями на территории школы были захоронены защитники Отечества. Чем с войны безрадостной сын не возвращается? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быстрою. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный, белый свет немен. Изболелась я, возвратись, моя надежда, зернышко мое. Благословен Бог наш седан и неписный к веков. Аминь. Сегодня хочется сказать, пусть нашим ребятам, которые обрели покой, пусть будет им вечная слава и вечная память.
Жители маленького хуторка Островская Щель и учащиеся школы окружат вниманием и заботой это памятное место. В знак глубокой признательности и уважения не вернувшимся с войны. А поисковые отряды продолжат поиски погибших воинов. Каждый отряд приносит существенный вклад в военно-патриотическую работу, в обнаружении погибших и пропавших без вести солдат. Тысячи солдат отдали свои жизни за Родину. Бились отважно и стойко с врагами, а не за отчизну свою. Вечная слава и вечная память живущим и павшим в бою. Мы хотим дать обиду.